Приветище! Это Человек-паук 2, и в прошлой серии мы потеряли работу учителя. Я должен был преподавать физику, но все пошло не по плану из-за песчаного человека, и теперь я вновь ищу работу, потому что меня уволили, так как мне пришлось пойти спасать мир. Итак, насчет спасения мира. Что там у нас внизу происходит вообще? Кто завернул к нам на огонек? Бандюганы! Надо бы помешать им ограбить вот этот автобус. Мимо, ребята, стреляете. Очень косите, прям капец. О, вот ты мне попал. Прям в пятую точку. Магёш. О, Майлз Моралес ко мне на помощь прибежал. Братиш, здорово. Ну, слава богу, я теперь не один. Красава вообще. Куда ты полетел? Блин, я неловко себя чувствую, когда рядом со мной еще один супергерой. Как-нибудь сделать гастрольный тур. Ну что ж, наконец-то будет повод собрать паукомобиль. Гастрольный тур Человека-пауков, это нечто. Я, кстати, открыл новую способность. Я умею теперь смотреть, что. Натягивать паутину. Круто натягивать, чтобы полететь далеко-далеко. Вот таким вот образом. Сейчас мы это попробуем. L2 зажимаешь, X нажимаешь. Окей. Значит, L2 зажимаем. X нажимаем. Вот так вот, вот так вот. И пушечным ядром полетели. Нормально. Слушай, вообще огонь. Вот это мне нравится. Опа. А если слету это сделать? А нет, слет так не получается. Ну, знаешь, типа в воздухе две паутинки пустить и как швырнуть себя, но так не выходит. Значит, сейчас что мы делаем? Мы попытаемся устроиться опять репортерами. Нам нужно сделать крутые фотки для Bugle, по-моему. А нет, не Bugle, а для другой компании журналистской, которая, возможно, меня примет на работу, если я, конечно, постараюсь. Поэтому мы сейчас параллельно спасаем мир. Ну вот, допустим, того, что-то у нас происходит. Может, наркоманы, может быть. Может, бандиты опять какие. Здорово, ребят. Как дела? Ой, это больно. Слушай, смотри, что умею. Опа. Круто. Я знаю, что ты тоже бы так хотел, но... Воу, 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 воу. Полегче, 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 ребят. Вы что это? Увернулся. Здоровье ни к черту, вообще ни к черту. Лечение. О, хорошо. Мимо. Конечно, паутина липкая, ты как думал? Кстати, мне в комментариях написали о том, что паук — это не насекомое. Да, действительно, я в прошлой серии назвал паучка насекомым. Куда это вы поехали? Пауки — это паукообразные. Ёлки-палки, надо успеть. То есть у насекомых там что-то как-то отличается. У насекомых сколько? 6 пар? Надо быть расторопнее. Блин, не успел. Типа у пауков 8 лап, по-моему, а у насекомых 6. Или наоборот. Ну, в общем, теперь извините, ты знаешь, что пауки к насекомым не относятся. Вот. По поводу лап можешь там загуглить, узнать. Я точно не помню уже. Это биология, все дела, там все это изучается. А биология у меня была очень давно. К сожалению, я не Питер Паркер, чтобы все держать у себя в голове. Я не такой супергерой. Это что-то. Ну вот, теперь отправить и... Пит, как дела, сынок? Робби, привет! Прости, внезапный звонок, но... Хотел сказать, что выслал тебе фото на одобрение. Какая прелесть. Мы его непременно опубликуем. Мне пора на совещание, но если у тебя будут еще снимки сердца Нью-Йорка, присылай. Рад был тебя слышать. Взаимно, Робби. Спасибо. Просканируем карту. Вон там фоточку можно сделать. Почему бы и нет? Только я вот забыл, как я фоткал. Что там надо зажимать? А, вот, вот. Нашел. Все. Давай тогда мы сейчас наверх, короче, запрыгнем и сверху сделаем фоточку, отличную фоточку. Можно даже в полете, да? Почему бы нет? Вот так вот. Прекрасно. Чики есть по всему городу. Прошу прощения. О, ребята, здорово! КТ-пауки! Вас обязательно надо сфоткать. Так, не ходите перед камерой, а? У меня тут фотосессия, между прочим. Неплохо. Все, сфоткали. Идем дальше. А там что за поток ветра? Надо бы подняться туда и посмотреть, что же там. А, ясно, это вентиляция.
И она меня, по идее, должна поднять наверх, если я распущу крылья, да? О, неплохо, не дурно. Очень хорошо. А здесь у нас что? Где песчаная буря? Не-не-не-не-не, вот сюда нам надо. Что тут у нас? Кристаллик. О, ребята! Так и думал, что мы встретимся. Мимо. Ух ты, елки. Да что ж такое-то? Может, вы отдохнете, а? Блин, я хотел добивашку сделать этому типу. А песчаная пуля мне помешала. Так, этот готов? У меня песок в ботинках и в перчатках. Ну хорошо, хоть не в жопе. А то знаешь, как на пляжах бывает. Ох, увернулся. Поелонишь попкой по пляжу. По песчаному. А потом хрен из трусов это все выторбишь. Не-не-не, надо взять. А теперь вон туда. У ворот. Успел. Иди сюда. Ох, красота-то. Неописуемо. Штанцы бы еще состернуть, а то они у меня грязнов. Ты е. Не дают мне нормально поболтать во время драки. Отдохни. В детской песочнице. Пора заглянуть в этот кристалл. Разломываем. Что это? Кто-то следит за нами, Кимми. Но ты не волнуйся. Предоставь это мне. Марко считал, что за ним следят. А кто такая Кимми? Все ясно. Узнали, что за ним следили. Ну, по крайней мере, нам это мало о чем говорит пока что. Идем к нашему основному заданию, а там уже дальше разберемся. Подвезите, пожалуйста, кто-нибудь на тачке, а? По-братски, ребят. Ребята, ну подвезите. Я хочу кому-нибудь на тачку залезть. Так, я остановил поток. Городской поток будет мой. Стоять, пробку. Я делаю пробку. О, там полицейские приехали. Интересно, большая ли пробка соберется? Надо бы это зафоткать. Человек-паук устроил пробку. Давай сфоткаем. Почему бы нет? Ну-ка. Отличное фото. Все, камеру можно убрать. Хватит гудеть. Я поеду на тебе. Let's go. С ветерком прокачусь, когда в прожекторах нет паутины. Это обстоятельство очень выручает. Товарищи полицейские меня не хотят остановить, не? Я предлагаю еще эжектором пострелять по колесам, посмотреть, что будет. А, нет, туда. Ничего себе, ты тормозишь, ты че, елки-палки? Так, хорошо. Я сейчас сделаю вот что. Нет, не, я не то хотел сделать. О, как я ему не пробил крышу-то. Я хотел вот что сделать. И натяжение. Физика и все дела, погнали. Уху. О, фотку можно сделать. Сейчас сфоткаем. Там у нас что, рестик какой-то? Почему бы и не зафоткать? Робби понравится. Применяю прыжок супергероя и свое крыло. Свое крыло. Какой-то я не русский. Точнее, не американский паук. Человек-паук все-таки же американский делал. Чиль. Все, я забыл язык. В общем, я прибыл. Куда мне нужно и не нужно. Что там? Куда войти? В окно или в двери? А, вот, подожди, там рюкзак, что ли, какой-то? Ну-ка, покажите. О, точно рюкзак. Что там у нас? Что мне с этим нужно делать? Как взаимодействовать? Треугольник. Треугольник наш выс. Костюмы я здесь переодевать могу. Выбираю, значит, его, и теперь могу поменять здесь стиль. Например, желтый. Желтый Человек-паук. Почему бы и нет? Значит, здесь я тоже могу открыть стили какие-то. Но сильно тратить не хочу, поэтому давай мы сейчас разблокируем вот этот костюм с капюшоном и посмотрим, что там за стили есть. Откройся. А, стили тоже надо разблокировать. Все, вот. Оу. Вот этот желто-черный просто огонь смотрится. Сказка. Че у Майлза, давай посмотрим. У Майлза тут тоже можно разблокировать все. Естественно. А, нет, я, наверное, это сейчас делать не буду. Воу, вот этот костюм прикольный, черный. Наверное, его я разблокирую. Так, и теперь смотрим разнообразие стилей. Болотный паук, это паук-джокер какой-то. Ну и вот красный с золотым и черным. Ну такое себе, слушай.
Нам нужно что-то выбрать, поэтому красный, золотым и черным. Отряд каких-то клонов у меня получился, очень честно. Что это вообще? Хорошо. Модник, приз получен. Я переоделся, что дальше? Алло, алло. Привет, МДжей. Привет, еду к тебе скинуть кое-какие вещи. Задняя дверь открыта? Не знаю. Я сегодня уходил в спешке. Встретимся на месте. Ладно, вы с Майлзом нормально добрались? Да, да. Вот так первый день. Надеюсь, завтра будет поспокойнее. Не сомневаюсь. Ну, до скорого. Что может быть хуже увольнения? Говорить своей девушке, что тебя уволили. Ну, как бы... А что такого? Ну, уволили и уволили. Подумаешь. Пойдем лучше вон кому-нибудь поможем. Там разборки местные. Здорово, ребят. Чем торгуют? Чем-то нехорошим. Наркоманы. Ай-яй-яй. Я дам больше. Что там? Полет. Опа. Оружие. На пол. Он упал. Хорош. Подкинем. Вы в Mortal Kombat такие трюки видели? А? Я думаю, что вы не знаете. Ой, больно было. Так, я предлагаю вот что сделать. Зафигачить того с пестиком. Еще есть пистолет? Откуда? Ой, вас там толпа набежала. Страшно становится. Ворот. Тебе не победить, Человек-паук. Теперь нас больше. Да ты что? Группа поддержки. Что-то вас тут уже коллег больше стало, а не наркоманов. Подлечимся. Все. Кокаином отбит. Отлично поиграли. Может, повторим? Может, не надо? Еще ты напрасываешься, пыта. Давай не будем больше играть. О, мотик. Кто там на мотике? Любовь всей жизни Питера Паркера. Везде пробки. Дороги замело песком. Ты приноровилась на нем гонять. Ну, для города удобно, но... Не уверена, что это мое. Я уверен. Что такое? Меня уволили. О, нет. Ты был так рад этой работе. Ну да, я уже весь семестр расписал. На следующей неделе мы бы запитали вертолет от картошки. Сочувствую. Я, может, тоже скоро стану безработной. Джона проводит зачистку? Вроде того. Он вводит радикальную меритократию. Что это хоть значит? Значит, что тот, кто в ближайшую неделю не напишет передовицу, уволен. Ну и? Все в порядке. Ты же их лучший репортер. Что там? Непроданные экземпляры. Уже некуда их складывать. Хорошие же отзывы. А продано 14 книг. Никто не хочет читать про Синкари. Бьюгл — крупнейшее издание в городе. Там я могу что-то сделать. Но что мне делать, если меня уволят? Ты и без Бьюгла можешь отлично справиться. Я пробовала действовать сама и... 14 книг. Мне нужен рупор, чтобы изменить мир. Я не успел прибраться. В дальнюю комнату? Да. Я немного наведу порядок. Как в старые времена. Навести порядок. Серьезно. В игре про супергероя я должен наводить порядок. Ненавижу наводить порядок. Ладно. Да блин, тут столько всего, сейчас воспоминания будут. Что тут? Ну да, я должен заплатить это 4000 или $4.764. Показать скрытый текст. Что там, скрытый текст какой? Пусто. Почему мне не... А что с текстом-то? Покажите текст.
короче, ладно. А смотреть? Мэй заложила дом, чтобы пир был на плаву. И теперь я тону. Окей. Дом заложен. Боже, я так хотел в нее поиграть. Надо просто найти время. Может быть, мы уже уборкой начнем заниматься, а? Протухшие бананы. Хотя, в принципе, на вид неплохие. Жаль, вариант обучения не прокатил. Какие еще идеи? Не знаю. Если честно, я бы хотел взять перерыв, но не могу себе это позволить. Ну, а может, дом продать? Я не могу. То есть, я мог бы, но не могу. Если нужно время, могу один платеж покрыть. Нет, нет, даже не думай. И потом, Джона может вас всех выгнать. Я не дам ему меня уволить. Я знаю, как тебе дорог этот дом. Выкрутимся. Я тебя не заслужил. Чего я еще должен убрать? А, вот, китайская еда. Слушай, так ты не надумала переехать ко мне? Мы это обсуждали. Мне надо быть в городе, ближе к месту событий. Но сколько романтических ужинов у нас могло бы быть? Давно ли ты последний раз ужинал дома? И то верно. А это что? Что, она там мои потные грязные носки нашла, что ли? Или труханы с какушками? Чё такое? Это все вещи мои? Да, надо бы это отдать, но пока не могу. Но что ты смотришь? Твои старые фотки симпатичные. О, давно я их не видел. Хм, такой задрот. Кажется, это было в моей спальне. Зачем она вообще это сняла? Баланс? Что это значит? Интересно, она еще там? Надо сходить глянуть. Так пойдем сходим. Если что найдешь, скажи. А я пока переберу фотки, которые ты мне никогда не показывал. О, там очень нехорошие фотки могут быть. Там я в трусах, и это... Как тетя моя потирает мне жопку, поэтому... Ну ладно. Это моя девушка, она может знать такие секреты. У меня розовая ванна. Здесь не помешали бы свечи. В ваннах же ставят свечи, да? Какие свечи? Я бы тут все перекрасил в белый цвет. Какого черта? А, ну это... Ну ладно. Неважно. Проехали. Где дырка? В моей комнате. До сих пор запах мой. Вообще, как бы, ну, понятно, почему розовый. Тетя моя, видимо, любила розовый цвет. А я тут такой пришел, свои порядки начал наводить. Где же эта дыра? Дыра. За плакатом, наверное. Нет, не за плакатом. Где-то... Вот, здесь. Ты о чем? Питер. А, мне показалось, там была крыса в стене. Пит, что случилось? Ничего. Я просто... Сказал бы хотя бы, что таракан полз по стене. Крыса, блин. В твои годы я была главой клуба дебатов, футбольным капитаном и второй скрипкой в оркестре. Каждый год я жаждала чего-то нового. Но когда я решила записаться в отличники, расклеилась. Я хотела успеть везде, но не успевала нигде. И я сдала назад. Баланс — это путь, не конечная цель. Я до сих пор в пути. Давай. Ну, давай.
Может, Мэй была права. Я слишком много на себя беру. Нужно поберечь силы. Как там МДЖ? Пойдем. Сходим, посмотрим, а то, может, она действительно там в альбоме что-нибудь не очень приятное нашла. Пришла наводка. Завтра с плота в Рейвенкрофт перевезут двух заключенных. Сказали кого? Нет, но я это выясню. МДЖ! Полегче. Врачи сказали, меня пока нельзя тискать. Извини. Гарри? Я скучал. Я тоже. Мне сказали про Мэй. Я соболезную. И как там Европа? Извините. Меня лечили в изоляции здесь, в городе. Не хотел, чтобы вы волновались. Ты болеешь тем же, чем мама? Болел. Прежде. Вроде у меня ремиссия. Гарри, это... Просто не верится. Выглядишь здорово. И чувствую себя так же. Жаль, пора на работу. Ужинаем завтра. Кони Айленд? Все как раньше? Решено. Вот это внезапно. Она научилась на них ездить, пока мы были в Зингаре. Извини, что я заявился без спросу. Нет, ну что ты, зайдешь в гости? Вообще-то, я хотел предложить тебе со мной прокатиться. Ладно. Не верится, что скромный летун еще на ходу. Я подумал, можно тряхнуть стариной. Чувак, ты с тросточкой, какой велик? Это ты что? Мой старый велик? Не, я в интернете нашел. Но похоже, скажи. О, да. Даже наклейки все те же самые. Это точно не мой велик. Готов? Ага. Куда едем? Увидишь. Давай, догоняй. Ну, наконец-то. Я отдыхаю от своих супергеройских дел. Да, я в порядке. Трость для подстраховки. На самом деле, она мне не нужна. У тебя энергии даже больше, чем у меня. Ну, давай, рассказывай. Чем ты занимаешься? Да так, учитель на замену, но скоро уволят. Еще занимаюсь с одним старшеклассником. Он особенный. Везет парню. Я бы не сдал без тебя высшую математику. О, я читал про твоего бывшего босса. Черт, в мусорку Статус. Не получилось улететь. С ума сойти, конечно. Да, не то слово. Погоди, а вот в кашпо. Жаль, тебя не было рядом. Можно? Ну, ёпак, я хотел через велик перелететь. Почему ты не сказал мне, что болен? Я бы тотчас примчался. Тебе бы не понравилось это зрелище. Лечение было чудовищным. Я 3 года Биг-биг, с дороги! Исцеляющим раствором. Я сквозь нее проехал, офигеть. Были такие кошмары. В баке? Ого. Да, эксперимент. Ничего себе. Мне очень жаль, Гарри. Короче, Гарри рассказал, что он там был в цистерне какой-то, в баке лежал, точнее, плавал. Его там лечили. Стой! Мы же у Мидтаунской школы. Нам правда туда? Не подтверждаю, но и не отрицаю. Блин, можно как-нибудь на заднем колесе прокатиться? Никак вообще. Все кнопки пережал. Что это за дружественное времяпровождение? Выглядит точно так же, как и 10 лет назад. Спасибо. Пойдем. Зачем мы приехали? Мы же ненавидели школу. Помнишь, Флэш с дружками подловили меня и разбили мой ноут? Там была презентация? Для конкурса юных предпринимателей. Мы над ней столько пыхтели. И срок был следующее утро. У меня сохранилась копия. Но она была в шкафчике. Мы позвонили в школу, умоляли нас впустить. Но нам отказали. Уже поздний час. Мы были в отчаянии, ходили вокруг всего здания, дергали все двери. Пока не пришли к этой. Стоп, что ты? Я помню, ее пришлось поддеть.
Идем? О, малолеточки. Никого нет. Вперед. То я мир спасал, то я сейчас буду флешку из шкафчика красть. Флешка точно в твоем шкафчике? Вроде да. Что? Ты говоришь, уверен? Да уверен. Уверен. Зачем ты спрашиваешь? Постой. Эрик Моначелли. Это Рик, третья база. Моначелли. Что он тут делает так поздно? Следит за игрой. Покажи, на что ты способен, сынок, и тебя вечно будут носить на руках. Побежали, проскочим. Нет, стой, увидит. У этого парня настоящий талант. Мы с вами еще не Фанаты ждут от своей команды успехов в этом нужно взять уборочную каталку с радио, что ли? Прицелься в что-то громкое. Ведро? Не, будет грязь. Они отлично. Направить тележку куда? Вот у этого нападающего. Сейчас тебе достанется. Отлично. Идем. Это же преступление. Я теперь преступник? Слушай, забыл сказать, я показал нашу презентацию маме. Она сказала, все супер. Единственное, что ей не понравилось, название. Она предлагает «Исцели мир». Боже, это же идеально! Скажи. Поднимемся по лестнице, там сразу твой шкафчик, да? Прячься! Он нас видел? Вроде бы нет. Разделимся, встретимся в зале. Эй, стойте! Мы попали, караул! Ручку отломал. О, нет, кончилось. А ну выходи, гаденыш! Да он на потолке стопудово. Как обычно это делает. Кто-то решил меня разыграть, а? Я же говорю. Мне срочно надо перезарядить эжекторы. Стоп. В фотолаборатории остался запас жидкости. Никак не привыкну. Надо еще поработать над расходом жидкости. Так, а где она у нас тут есть? Мы в лаборатории уже или нет? А, во. Да-да-да. И это тоже. Прыжок. Ладно. А как присесть? Я вроде не присел, но... В библиотеке в лабораторию, из нее в зал, из него к шкафчику, и все. Путь свободен. Вперед. Неужели меня не заметили? Через стекло. Что это? Черт! Так. Ну давай, запрыгивай. Эй! Хорошо. И почему я не сохранил проект в облако? Это точно пацан. Вентиляция. Лучший друг пауков. Так, ну? Где я оставил паутинную жидкость? О, фотки. Я вначале подумал, справа лежат чьи-то руки, но это перчатки. Признаю, и у меня есть свои кумиры. Avengers. Мстители — это круто. Скоро ты вольешься в их компашку. Я же помню, я положил их куда-то сюда. Ага, нашел. Черт. Проходи, проходи. Почему в фильмах и в играх так легко уходить от охранников? Так. В реальной жизни меня бы поймали и уже забили дубинками или электрошоком. Дружок. Все, надо придумать, как увеличить емкость этих штук, чтобы без сюрпризов. Так, Гарри ждет меня в зале. Так, зал находится за вентилятором. Надо скорее туда лезть. Там внизу никого нет? Ну же, нажимайте. Старый рюкзак.
Я и забыл, что он тут. Может, мы его заберем? Надо как-то за ними следить. Нет, походу, не будем. Мне от него не уйти. Надо как-то его отвлечь, чтобы выбраться. Так давай просто эжекторами его замотаем в паутину и все. Шарики. Это что? Ну все, пора выбираться. Так. Опять на потолок. Стой на месте, пацан. Хватит уже бегать. Да я и не бегаю, я по потолку ползаю. А куда идти? Да, наверное, там? Уже в спортзале. Надо спешить. Все, мы ушли от него? Или он сейчас выйдет, как настоящий преследователь? Рик, третья база. Надо отвлечь его от двери. А, чем бы... А, вот, мусор. Прости меня за бардак, Рик. Ага. Теперь ты не скажешь, что у нас нет никакого призрака. Это не призрак. Просто паучок. Давай на паутины спустимся аккуратненько. Опа. Ой-ой-ой, там. А, я думал, это охранник. Ну, пронесло. Эжектор спрячь. Я думал, ты влип. Надо забрать флешку и на выход срежем через зал. Это было нечто. Я все помню. Тут вроде все так же. Только за нами больше не гонятся. Значит, есть время покидать мяч. У тебя хватит сил? А у тебя-то хватит? Ну давай, покажи, класс. Давно не было практики. Давай ты. Как-то он быстро без тросточки научился ходить. Так. А, все, понял, как это надо сделать. Наклонить контроллер или для прицеливания стики использовать. Или, ну, короче, понял. Давай. Ну, я промахнулся сейчас. Да. Да. Я очень рад, что я должен подыграть лучше. Гарри просто, серьезно? Понимаешь? Спасибо. Слушай, я ведь не посмотрел, как сейчас в доме Мэй. Да пока никак. Я был занят и не знаю. Не хочется ничего менять. Понимаю. Тебе, наверное, было тяжко. Не спеши. Ладно, попробуем. Да блин, я даже не знаю, может его обыграть, а может и не стоит. Он только с больницы выписался. А, давай попадем все-таки. Для приличия. Разок. Да. МДЖ переедет к тебе и поможет с домом. А, не уверен. Не станет помогать? Не уверен, что мы съедемся. О. Ну, вроде у вас не все хорошо. Она была у тебя. Мы разберемся. Со временем. Как всегда. Гарри, или как его там, не хочет нам поддаваться тоже. Ну, в смысле, он играет в полную силу, он только что тоже попал. Поэтому я попаду. Какой счет? Я не следил. Я тоже. Какой счет? Спасибо. 2-1, елки-палки. Я веду счет. И я. Теперь 2-2. Это не все. Узнаю этот взгляд. Что ты задумал? Ты помнишь, где твой бывший шкафчик? Как думаешь, где этот охранник? Надеюсь, в восточном крыле. Тогда забираем флешку из твоего шкафчика и валим. Ёлки-палки. Мы заставим Флэша ответить за твой ног. Да забей. Нельзя, чтобы ему это сошло с рук. Он капитан футбольной команды, а я в хоре на подпевках. Ему все сойдет с рук. Блин, инжекторы больше не работают. Я хотел в шарики стрельнуть. Не люблю, когда все заскриптовано. О, сколько наград. Всегда бы тоже пульнуть паутинкой, но не дают. А здесь наконец-то. В ломики. Может, разрисуем что-нибудь? Скорее, опа. Лезь сюда. Вот сюда надо. Надо заманить его назад в лифт. Я этот этаж уже 3 раза проверял. Только там кто-то есть? Что происходит?
Я бы обосрался, честное слово. Его нет. Фу, вот нам повезло. О, да. Давай, бери флешку и погнали. Что это? А когда ты... Давай. Бери. Золотая бабочка, что ли, или что? Вот черт. Кто здесь? Эффектно. Его ты тоже подговорил? Нет. Бежим. Эй! Чувак, нас же арестуют. Пусть сначала догонит. Вот такой ностальгии мне не надо. Флешка еще у тебя? Надо только добраться до двери, и все. Открывайте, полиция! Я вызвал копов, вы доигрались! Беги! Но... Задержи их на минутку. У меня есть идея. А мне что делать? А... Не попадись им. Стоп, я опять забыл. Нет! О-оу. Флешку просрал. Заходим, полиция! Здрасте. Это вы нас вызвали? Да, они где-то здесь. Так, вы двое осмотритесь, а мы поговорим с ним. Капец, как будто его не заметили. Серьезно. Теперь надо застать его одного, чтобы забрать флешку. Они где-то здесь. Мои парни ищут, но нужны ваши показания. Так, шарики. Ну, вижу шарики. Что, их всех полопать, ну, что ли? То есть, школьный уборщик. Ой. Проверь. Вон там что еще тоже можно. Запечатлеем драгоценный момент. Отлично. Теперь надо отвлечь последнего. Не двигайся, я сейчас. Отлично. И... Так. Эти дети со своими играми. Как будто у меня есть время на всякую ерунду. Джерри, небось, меня уже забрал. Что это? Красава! И как мне теперь отсюда выбраться? I just wanna tell you how I'm feeling. Черт, God это в кабинете! Ой, мне пора! Забрал? Надо бежать! Это не копы. Это мой папочка. Это отец. Говард Эндристис, Дрист, противный. Я же сказал, как приеду домой, позвоню. Твоя мама. Что с ней? Питер, ты не мог бы подождать здесь? Что это? Я до сих пор верю, что наша презентация была лучшей. За 10 лет многое изменилось. Это чудо, что я до сих пор жив. Мне дали второй шанс. И я хочу им воспользоваться. Но я не справлюсь без тебя. Ой, я не... Я даже не ожидал. Загляни завтра в лабораторию, посмотришь. Уже и лаборатория есть? Я покажу пару идей,
и мы подробно все обсудим. Идет? Ладно. Пит, мы исцели мир. Иван Тарзан из джунглей прибыл. Песочный человек от нас ушел. Его уже не достать. Но значит, он не тот. Вас понял. Жду приказов, сэр. Приготовьтесь к завтрашней операции. И не вздумайте меня подвести. Короче, это альфа какой-то самец, который хочет найти себе достойного противника и наказать его, чтобы убедиться, что он реально сильнейший из всех сильнейших. Меня зовут... Майлз, что ли? Ага. Пишет письмо в колледж. И мне самому уже скучно. Паркер, ёлки-палки. Привет, Майлз, ты занят? Я согласен на что угодно. Нужна твоя помощь, дело касается плаката. Хорошо, расскажешь по пути. Я думал, он скажет: Паркер, ты не вовремя. А он, оказывается, на все согласен. Оу, кто-то свою шапочку профукал, а мама миленько повешала на холодильник. Смотри так на меня, пап. Мне нужен перерыв. Ола, Миха. Как там твое эссе? Ну, пишется. Но прямо сейчас я ухожу. Питу требуется помощь. Мы с ним... Мне лучше не знать подробностей. Не волнуйся, ма. Подожди, Майлз. Ты последние дни поздно приходил домой, задерживался на работе, и я задерживалась. Но я не работала. Да не смотри ты так, ничего не случилось. Просто я сходила на свидание. На несколько. А, ясно. Я тут познакомилась с одним мужчиной, и он мне, ну, понравился. Ма, к чему ты ведешь? Хочу его пригласить. На пастелон. Ну, у меня полно паучьих дел. Я не буду вам мешать. Нет, я хочу вас познакомить, чтобы ты узнал его. Но если тебя эта идея смущает, я не настаиваю. Ма, ты ж сказала пастелон. Хорошо. Иди. Что у него за диск на спине? Золотой. Фишка костюма, что ли, надо такая? Надо двигаться к плоту. Какой отличный граффити был на стене. Может, эти трубы помогут мне ускориться? Так, пролетая на паутинных крыльях через аэродинамические трубы, вы можете... Да это и... Я уже это проверял Паркером. О-хо, оно не так. Вон еще одна. Круто. Короче, поток ветра меня подносит вверх. Обалдеть. Ой, классно. А у меня получается. Так, мне надо теперь вон туда. Вот это гонка. Вау! Башкой в стенку влетел. Стой, криво! Ай, ничего, нет! Стой! Вверх надо! Я все профукал! Да елки-палки! Сейчас, надо! Да куда? Паутина вообще не слушается. Вот так вот. А теперь стой, знаешь, что мы сейчас сделаем? Нет, не это.
Надо вот что сделать. Вот так вот. И полетели. Еще один поток. Вижу, надо вижу. Зацепить пейзаж. Что-то как-то люблю не взлетел. Ветреную погоду. Майлз, я на подходе к плоту. Ты придешь? Ну, конечно. Кого мы опекаем? Вчера МДЖ узнала, что Скорпиона переводят в Рейвенкрофт. В плоте всех бросили на охрану песочного человека. Скорпион точно закатит истерику. Иду туда. Я вроде поймал опять поток, и все здорово. Двигаемся. О, ух! Это еще один кристалл памяти Марко. Стой. Надо с ним разобраться. Надо посмотреть на него, на этот кристальчик. С топорнемся. Опа. И будем, наверное, закругляться. Блин, ну вот с парашютом это, конечно, классно. Очень классно придумали. Точнее, с крыльями. Мне нравится. Безумно классная штука. Что, сейчас песчаные чувачки вылезут? И трактор тут сразу к месту, чтобы раскатать. Ага. Трактор, иди сюда. Ой, хорошо. Ёлки-палки, не успел. Не успел вернуться. По одному, ребят. Надвигаемся, двигаемся. Воду, кстати. Кстати, как насчет воды? Как бы вас воду скинуть? Вот, одного скинул. Как-то умудрился. Черт. Получайте. Боевка, конечно, безумно нравится в пауке. Она всегда прямо сама себя хвалила. Но в этот раз она переплюнула все, что только возможно. Очень круто реализовали, молодцы. Sony прям вот тут. Кто работал над Человеком-пауком, вообще красавцы. Они любят свое дело, они любят паука и все, что с ним связано. Сразу видно. Игра достойна сделана. Разобьем этот кристалл. Давай. Возможно, у меня паранойя, но я вижу их повсюду. Куда бы ни шел. На работе. В магазине. В парке. Они преследуют нас. Марко был не слабо напуган. Интересно, тот, кто за ним следил, еще в городе? Ну вот, собственно, и все. Если ты хочешь увидеть дальнейшее прохождение этой игры, то не забудь поставить лайк под видео и подписаться, если ты еще не подписан. И тогда мы вновь увидимся в новом ролике. Так что до встречи! Привет, друзья! С вами Даника и Даникаст, самый быстрорастущий подкаст в Нью-Йорке.